Со следующим композитором мне тоже довелось пообщаться, особенно во время пандемии, когда с его стороны была просьба поиграть некоторые его переложения, обработки. Он тоже джазовый виолончелист, но он скорее все-таки самоучка. Аарон Мински. Он хороший профессиональный гитарист, вот, но виолончель настолько его завлекла, что он гитару не брал, как он мне говорил во время пандемии, уже лет 20. Вот. И почти все время он проводит за виолончелью, но иногда ее приспосабливая как гитару. Вот. Эти американские дуэты, которые мы сейчас исполним, они у нас в трех разных, скажем так, стилях джаза. Это блюз, буги и, как подсказал мой дорогой коллега, кантри. Такое ответвление и разновидность джаза. И вот мы сыграем несколько дуэтов, а вернее три. Первое называется Theme and Variation, то есть тема с вариациями, то есть челло-блюз, так и называется. Вторая буги высокогорной Аляски. И третья, у меня не написано, я просто помню, она называется «Побег на запад». Да, такое вот название. Мы будем чередовать сольные партии с вспомогательными, то есть дополнительными, но по сути все будут участвовать в равной степени. Так что три американских дуэта Аарона Мински.